Как теперь не веселиться и грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи и не знали, и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Звенит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои заботы, начинается урок. День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, но кларнет или труба. Очень злятся, ну и пусть. Но зато мы эту песню заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Пап-пап, па-па-ра-па-пап, па-па-ра-па-пап, па-па-ра-па-па, ла-ла-ла-ла-ла-пап, па-па-ра-па-пап, па-па-ра-па-пап, па-па-ра-па-пап. Еще раз. Пап-пап.